Я вот родом из города Пскова. Сначала еще начал заниматься я кикбоксингом. Папа меня отправил. Мы ходили с другом своим большую часть туда. И потом как-то решили, по телевизору включил отец футбол. И игра вроде ЦСКА «Спартак». И я вот решил, думаю, давайте попробуем, папа, может, туда сходим. Он говорит, как раз, есть знакомый, можно будет сходить попробовать. Пошел, сначала я тренировался при школе у нас была, там, не было таких, чтобы разные возраста, все в одной куче были. Потом уже распределили, кто куда. И вот так вот начал уже больше заниматься футболом, чем кикбоксинг забросил, и все. Больше помогает, думаю, растяжка, потому что там на кикбоксинг более все... тянули, кроссы всякие были, как бы к трудовой работе я, мне кажется, уже с детства привык, потому что отец заставлял рядом лес, побежали там вместе, через слезы, но все равно бегали, не хотелось, отцу ничего уже не скажешь. Когда жалел, когда она уже знает, лучше отпустить с отцом, то еще и ее заставить с нами бежать. Сначала была псковская стрела, потом уже я поехал на просмотр в Сатурн, туда не взяли, и потом позвонил селекционер, сказал, не хочешь попробовать Спартак, ой, не Спартак, а в Чертаново. Я приехал, побыл 4 дня, сказали, все понравилось, оставайся. Так 4 года побыл в Чертаново, потом уже после какой-то игры мы сыграли со Спартаком, и понравился я Спартаку, и уже 3 года уже в Спартаке был. После этого контракт закончился, перешел в Курск, потом уже сюда, в Армавир. Я когда в Курск приходил, у нас была договоренность, что я год отыграю у них, и если будут более лучшие варианты куда-то перейти, я перехожу. Если ничего не нахожу, то остаюсь там. И Валентин Сергеевич был у нас в «Спартаке», и он уже хорошо общался с моим агентом, и он сказал, позвонил, говорит, что он там будет в Курске сидеть, пусть приезжает, посмотрит, мало ли понравится, если понравится, то останусь. Приехал, тренер сказал, все понравилось, и сказал, оставайся. Все здесь взрослее меня, и когда уже играешь с... своим годом, там еще такой футбол более детский, а тут уже все как мужички, надо отрабатывать, там если не побежал, капитан напихает, там, более свои такие моменты. Пришел один раз колонка, сказали, приноси, будем перед тренировкой слушать. Слушали перед играми, но тренер сказал, не надо, что это кого-то сбивает с настроя, кому-то наоборот. И это лучше настраивается, и для этого, скажем, лучше после игр слушайте, если выиграем. А так, перед тренировкой, там в зале кто-нибудь включает, пользуется, я там оставляю. Для всех. Мне лично надо перед игрой, не могу слишком серьезным быть. Мне надо с кем-то поговорить, походить. Иногда, когда более серьезные, будешь в себе, сам себя настраивать, а так больше с командой. Кого-то поддержать, кто-то тебя поддержит. Вести диалог перед игрой, и чтобы более быть раскрепощенным уже в игре. Наверное, больше всего с Валей Вениченко общаюсь, потому что в «Спартаке» были вместе, да и рядом живем, вместе на тренировку ходим. Кого больше знаешь, тем больше и общаешься. Так заходил, следил, что приятно, что номинируют. Я думаю, что есть из нашей команды много достойных, которые, можно сказать, что лучшие в команде. Получилось выиграть. Если куда-то надо, я будильник ставлю, раньше будильника просыпаюсь, и мне это легче дается. Если когда уже знаешь, что никуда не надо, тогда я уже и... Бывает, будильник не слышишь, а когда уже более серьезно подходишь, когда если что-то тебе уже говорят, надо сделать. Дама сердца? Да. Да, есть. Сейчас дома ждет.
Это уже по настроению. Или фильм можно какой-нибудь посмотреть, сериал. Либо девушку беру и гулять ходим, чтобы дома не засиживаться. Ну или ухожу на кухню, одеваю наушники и играю в комп. Возле Красной площади, вот это пока до нее идешь, по аллее, там вот на лавочке, там всякие тут заметил много памятников этих в гирляндах, которые ночью светятся, так красиво погулять. Да я думаю, простой небольшой город. Просто кто как любит, кто любит большие города, например, Москву, кто уже привык там жить. Я уже привык, что больше в маленьких городах и обычный город. Ну да, много зелени, зеленой. Больше, я думаю, блинчики какие-нибудь с творожком на завтрак, самое то. Во всех номерах все время восьмерка присутствовала у меня, и лучше, я думаю, чтобы она тоже была здесь, и вот так получилось. Ну, я думаю, каждому проще выходить в основе, потому что бывают игры тяжелые, и уже когда выходишь на замену, тяжело выходить и входить в ритм игры. А когда с самого начала уже начинаешь играть, более проще. С легионом «Динамо», потому что гол забил и выиграли с большим счетом. Было... Ну, игра не прям, чтобы такая сложная была. Все получалось у всех, играли в удовольствие и выиграли с большим счетом. Эти уже более команды посильнее, и если уже с ними мы будем терять очки, то потом нам уже очень сложно будет поменять ситуацию. И больше идет настрой, тренера настраивают, ребята сами уже все перед играми говорим, надо там постараться, чтобы вместе все выйти и как одно целое сыграть. Уже от этого играем и пока выигрываем, все нормально. Больше всего понравился вопрос про завтрак. Здесь более добрые болельщики, где я, допустим, в Курске был. Там, не, там болельщики, которые именно болельщики, которые кричалки всякие кричали, там, они, понятно, что они были за нас, а вот более жители там такие злые, все им не так, что-то там, это же... А здесь все добро, все поддерживают, после игры все аплодируют, хоть мы и выиграем или проиграем, все поддерживают. Так что все нравится.